друзья, сегодня откроем вот этот бокс. Но сначала представим наших новичков брейка. Сергей Дезверсио, Подольск. Наш новичок и сразу больше всех вложил денег в брейк и получил призовую джерси и целых две команды в придачу. Лос-Анджелес и Феникс. Дим Саныч из славного города Воркута. Он тоже впервые у нас участвует и решил стать Рик Нэшем. Павелске, он же Павел из Хабаровска. Яромир, а что такое Хабаровск? Это город. Где он находится? Наверное, в России, в Украине, я не знаю. Да? А что такое Хабаровск? А это что? Спасибо. У нас в брейке исполнил свою мечту и стал Дэвидом Бекхэмом. Наджил Марат из Волгограда тоже впервые у нас участвует и получает в подарок вот такой суррогат из Оттавы. Кириеха из Ростова-на-Дону у нас тоже новичок и заказал плитикосу. Любой каприз за ваши деньги. И последний новичок — это Зубр или Зубер нашего сайта, Сергей из Нижнего Новгорода. Мы ему польстили и дали в аренду такой суррогат — Уэйн Грецкий. Ну все, хватит болтать, пора открывать бокс. Добрый день. Всем привет. Начинаем открывать этот классный бокс. Смотрим номер 0609. У нас он такой номер обозначен. Так, у нас здесь 8 пакетов по 10 карт. И Датсюк у нас тут. Так, главный герой. Смотрим. Как приятно, когда наши хоккеисты на главной обложке. Для баскетбола это невозможно, для футбола это невозможно. Так, давай, Рамир. Давай, посчитай пакет, открываем. Икра, должно так быть ровно 10 пакетов. 8 пакетов. 10. 8. Да? Ну, в каждом по 10 карт. Понятно. Тут какие-то коробки, тут пакетики по отдельности. Стоят, кстати, вот. Так, 8. Ну да, они в таких ячейках. Сколько? 8 ровно пакет. Ну да, раз, Галли, два, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Толстенький пакет. И давай одну выбери нам последнюю карту, где ты думаешь будет вот джерсюшка. Вот тут прям толстая она. Прям, ну давай мы ее отложим сюда. Тут две толстые, в принципе-то не важно уже какая. Да. А также поздравим мы нашего победителя. Дезверсион Сергей из Подольска. Так как он больше всех вложил денег в брейк, он получит эту красивую джерси Марка Стоуна. Оттава. Так, и первая карта у нас разыгрывается, помним, Скотт Хартнелл. Сейчас будем открывать, и первая карта у нас достается тому, чья команда выпадет. Ножнички. Так, Яромир, давай, режь Дэцука. Также у нас сегодня будет небольшой сюрприз. В последнем пакете первой карты будет вот такая красивая промо-бекет карточка. Тебе давать или мне вставлять? Не, мне давать, потому что я ее буду первую натягивать. Так, всем удачи, ребят. Угу. Кто же это? Так, это у нас Пинакл, видим, конек. Так, красненький. Наверное, Детройт. Нет. А нет, уже в Эдмонтон похоже. Эдмонтон. Айлендерс уже. Айлендерс. Да, это у нас Нью-Йорк Айлендерс, Джон Таварыш. Красивая джерсюшка. Нью-Йорк Айлендерс у нас достается Армани Виктор Саратов, он же Руткер Хаугер. Так, едем дальше. Давай, Яромир. Ну и в принципе, что мне давать? Ты следующий пакет, может, когда я уже буду постепенно открывать. Я посчитал, сколько тут будет карт, их будет 8. Мэтт Каллен, Миннесота, базовая карточка. Дэниел Брир, Филадельфия, это Корвус Корокс, Ижевск. Так, это у нас Томаш Каберли, Торонто, чех, по-моему. Хенрик Лунгквист, Нью-Йорк Рейнджерс, видите, радуется, он великий вратарь. Да, он великий. Великий, да. Найтан Хортон,
Бостон. Во всех командах, по-моему, поиграл. И в Эдмонтоне, помню его. Так, Рик Нэш. Вот, Рик Нэш у нас и достался уже. Видишь, как суррогат тебе. Дим Саныч. Коламбус. Капитан. Ух ты, какая красивая карта. Любомир Вишневский или Вишневский. Анахайм Дакс. Смотрите, он шайба, а я с пакетиком. И новичок, по-моему, нет, не новичок, это Чикаго Николас Халмарсон. Ну, наверное, какая-то исландская фамилия, ну, скорее всего, швед. Может, норвежец даже. Стив Бернье, Флорида. Ну и все, до товарища дошли, первый пакетик мы открыли. Так, продолжаем, давай, Рамир. Да, ты проверь, там есть ли хит какой-нибудь. Если есть, то его вниз положи, чтобы мы устроили интригу. Это у нас нет. Ну ты тот, кажется, раз смотри, все не пролистывай, чтобы время не терять. Ну просто тут, наверное, нет потерик. Не, есть. Николас Бэкстрём. Миннесота. Майкл Ричардс. Растяжку проверяю. Да, твой любимый игрок Александр. Так, Ванкувер, Бэрроуз, Мартин Берон, сменщик, наверное, Лунквиста в этой серии, Рейнджерс, вратарь Далласа, Ричард Бахман, да, фамилия была, немец, Анджи Копитер, Лос-Анджелес, отличный игрок, вот опять Даллас, Кари Лехтонен, Эвандер Кейн, тоже во многих командах поиграл. Атланта здесь он. Вот это, наверное, потерика. Нет, это базовая карточка. Мэтт Дюшен, Колорадо. И вратарь Джонатан Квик. Давай, Рамир. Лос-Анджелес. Видите, они все карточки сделаны как фотографии. То есть, с момента с игры запечатлены. Некоторым такие нравятся. Так что тут у них в панине, в принципе, разные карточки и по-разному сделаны. В чем тоже прелесть. Угу. У нас будет не хит, а как там сказать, подсерийка такая. Угу. У нас нету... Так, и начинаем мы. Что? Паскаль Леклер, вратарь Оттавы. Так, опять одни вратари сегодня. Йонас Густавсон, Торонто. Джордан Кэрон, Айсбрейкер. Это подсерия или новичок? Сейчас смотрим номер мы. Номер 211. Да, это новичок. Это колец. У них с 200-х, по-моему, идут новички. Якуб Ворачик, Коламбус. Сейчас он в Филадельфии. Я вообще не разбираюсь в хоккее. Вратарь Миннесоты, Теодор. Да, ну мы его по Чикаго помним. Каролина, скорее всего. Дрю Дутти, Лос-Анджелес. С ними он становился чемпионом. Так, Николас Хагман, Калгари. И наш Павел Дацюк, Детройт. Король этой коллекции. Карл Айзнер, Вашингтон. Такой брутальный. И Евгений Питтсбург. Малкин. Питтсбург. Грустный здесь из Питтсбурга. Как раз садится. Открываем пакетик. Надеюсь, так. У нас будет автограф. Так, Дуцюка сюда чуть положим его. Чуть, чтобы был виден. Так, давай, Ярамир, пора уже нам какие-то хиты доставить. Пожалуйста, автограф. Пожалуйста. Нет автографа. Так, Филадельфия. Клод Жиру. Ой, какой набортик там. О, это больно. Фил Кессел, Торонто. Еще повалили. Мэтт Молсон, Айлендерс, Дэвид Бейкс, Сент-Луис. Ух ты, это кто идет? Это из Нэшвилла Мэттью Ломбарди. Видите, красная дорожка еще. С кем-то он идет, интересно, с фанаткой или с женой? Что-то она слишком поправилась. Мэриан Хосса, Чикаго. Радек Дворак, Флорида. Джерома Гинла, Калгари. И Детройт. У нас Майк Мадана, Детройт. Вот это хорошая карточка в Детройте. Мадана, окончание карьеры. Марк Рекки. Или Рэчи.
Boston Bruins смотрит, как меня сюда прислали, я же всегда был в Питтсбурге. Так, давай, Рамир. Ух ты, у нас шершавенькая карта. Тут есть подсерийные карты, которые, кстати, попадаются не так часто в этой подсерии, и иногда они очень хорошо оцениваются по бекету. Так. Дэвид Перрон, Сент-Луис. Патрик Хорнквист, Нэшвилл. Ух ты, я знаю. Джордан Сталл, Питтсбург. Не знаю такого. Ну, это вратарь, Вашингтон. Вот у нас уже подсерия пошла. Команда Пинакл. Там какая цифра 2. Ванкувер. Наверное, на той стороне тоже Дэниел Седин. И, наверное, опа, с Овечкиным. Это уже у нас рэндом. Это суперская карта. Вашингтон и Ванкувер. Это суперская карта? Ну, карта хорошая, тем более такой подсвеченный у нас Овечкин. Давайте мы его сюда. А мы что, всегда хоть базу Овечкина будем ставить? Но это не база. Это подсерийная карта. Так, Джей Боумейстер. Калгари, Николас Лидстрём, Детройт, еще банда у них была приличная, раз он там играл, с хорошей прической, что такая за прическа, Дастин Браун, лошадь какая-то, Вагнер Лав, так, Оли Йокинен, Калгари, Тодд Бертуцци, Детройт, и вот у нас подсерийная карточка, Канвас. Они тоже неплохо оценятся, но это игроки Джон Таварес, Мэтт Моусон, Нью-Йорк Айлендерс. Даже целоваться, по-моему, лезут друг другу. Они радостно забили, видимо, гол. Так, Ирамир, что там у нас дальше? Не знаю, это потерейка, когда вот показывают сверху как человек. Или нет? Я просто не знаю, это может быть базовый карточек. Посмотрим. Сидни Кросби. Это Кросби? Да, Питтсбург. Вау, Кросби. Ну, вот как остановил Майк. Мико Койву, Миннесота. Это кто? Джефф Картер, Филадельфия. Это Александр Ужевск, видишь, он интервью дает. Так, Бостон у нас, Патрик Берджерон, Гарон, Коламбус, Райан Гетслов, Анахайм. Он ведет разговор с вратарем. Патрик Кейн, Чикаго, отличился в этом эпизоде. Так, у нас... Видимо, Томаш Вакоун новичок или нет? Нет, Томаш Вакоун у нас Флорида. Вот Сергей Гончар, Оттава. Сотая шайба, что или тысячная, не знаю. 700-е очко в НХЛ. Так, это Оттава. Последняя карточка у нас Карл Торонто Верстек. Ну, видимо, в последнем он будет, как ты у нас и определил. Так. А там один хит? Да, Тайлер Бозок, Торонто, Габорик, Рейнджерс, Ярослав Халок, Сент-Луис Блюз, Пека Рини, Нэшвилл, Мика Киприсов, Калгари. Так, это у нас Дастин Бафлиген, который сейчас закончил. Атланта. Не знаю, может, не закончил, но с Виннипегом поругался. Джон Майкл Лайлс, Колорадо. Джек Джонсон, Лос-Анджелес Кингс. Ренни Бург, Калгари. И у нас новичок, видимо. Дерек Рой, или это не новичок, подсерийная параллельная карточка Баффало. Она умножение на 10 идет. Красивая такая карточка. Так, давай, Рамир, последний пакетик. Прям такой толстенький. Ты его открывай и давай мне. Оп. Смотрите, сейчас первая карта у нас разыгрывается такая промо-бекет-карта, где Питтсбург, Кросби, Слемье и Макдэвид с Эйхелом. Кому первая карта достается, тот забирает эту промо-карточку. Так. Пожалуйста, можно джерси? Ну, это вратарь. Вратарь. Ну, это Питтсбург. Марк-Андре Флери. Да, и хороший вратарь. Господин Никто у нас выбирает промо-карту. Так. А
У нас еще будет джерси и последняя карта здесь. А тут есть тиражки там? Тиражек здесь, я по-моему... Ну-ка, только джерси тиражная. Майкл Грин, Вашингтон. Филадельфия, Крис Пронгер. Какой здоровенный защитник. Так. Так, сейчас будет, наверное... Стив Селливан, Нэшвилл. Михалек. Ну, чек, наверное, Питтсбург. Джерсюшка, кто это? Так, у нас джерси. Понятное дело. Или патч. Нет, джерси. Это джерсюшка. Баффало, по-моему. Опять Деррик Рой. Вот у нас два Деррика Роя сегодня. Он хороший игрок? Нападающий, по-моему, у нас играл и в КХЛ. Если мне память не изменяет. Баффало у нас. Дим. Дмитрий из Омска. Дим 55. Забирает эту джерсюшку. Он хорошо играет вообще. Но он нападающий. У него один или два сезона был хороший результативность. Вау! И вот какой у нас тиражный номер. 500 карт таких. 082-499. Так, моего сюда. Ой. Так, что у нас дальше? Алек Хемски, Эдмонтон. Шоун Торнтон. Брат, наверное. Бостон. Адам Бюриш, Даллас. Саку Койва, Анахайм. И последние карты мы сейчас вытягиваем. Победителю достается вот такая карта Александра Венберга. Коламбус. Еще дорогая будет это вообще. Это подсерийная карточка, по-моему. Фамилия Патрик Шарп. Ну, скорее всего, Чикаго. Да, Чикаго. Нет, это базовая карточка. Чикаго у нас. Валентин Инсомни забирает еще Венберга. Ну что, на этой коллекции мы размялись. И следующий брейк у нас будет по большим коробкам. Так что настраиваемся на хиты. До встречи!